stand, ond такая дорога. Ну вот, подходим, видишь, вправе вот этого цементажа. Хиба. Не знаю, что то есть. Сейчас прочитаем. Пикулицка. Вот у меня барза. Терен с ментажу. Заказ провозания. Вот тут есть. Ага, стойка штановой могли. А вот Пикулицка. То барза. Важно есть. Ну, добре. Ой, какой пенький домик. С земляным тем. Добре, где мы на танцлентаж? Кое-что, что мыслим мы залатвили все цементажи. Может, там еще не так недокладники, десь так вбрацали. Когда шукали цементажи войсковые. Немец, австро-венгров и там российские. По першій війні світової. Це я знав тим цементажу. Здесь тупо хований ще і венгерські жовніжі, і якісь єнці з російці з тих по першій війні світової, з тих обозів, хто умирав в тих обозах. Ну да, забочим. Шейдемося, как бы докладнее. Что зачина падать? Ба зачина падать. Ого. И все это зачина падать. Ну, зазвичай, ми ж всідли на стендешні пристраші. Халяра йому в дупи. Цікаво, чи ти... Чого тут так написано? Ладно. Добре. Сидимося. Так вот, ту и мовит же, ту сон. Мое укохание венгерцы, жолнежи, енцы, российцы, первые войны святой войны и сечевы, и чьяк они там, сечевы шельцы, что из таких было. Ну тут ниц не значено, ниц нема мы тега забочимы. Пусть мы пойдем и до того самого неба ареалу. Вот, видишь, венгерский тень. Флага не венгерская. Ты уж ничего не прочитаешь. А лицо мы тут можем и забачить.
Оце там все читаны. Ой, все распадалось. Ну, вот так и цементос. Ну, вот тут, так нам и падла дичи. Сяли на хор Гроховцы. Але ще не вдало. Не вдало. То пойдемо, то по дорогі вертали до Пшемисля. І то мені все трапило, то цмінтиш.